Друзья, мы с вами продолжаем Stalker Зов Припяти с модами, и в прошлой части мы ходили по квесту коряги, должны были ему принести ящичек с хабаром. Собственно, ящичек у нас с вами в рюкзаке. Вот он, этот ящичек. Судя по весу и грохоту, при встряхивании внутри что-то есть. Но, к сожалению, вскрыть его нам нельзя, да, так как хитрый замок там. Вот, и я говорил, что мы с вами сгоняем в Скадовск и выбросим из рюкзака вещи. Освободимся, чтобы по следующему квесту нам пойти к глухарю. Но вот я решил, что, наверное, мы не будем сейчас как сайгаки с вами бегать по затону. Раз уж мы здесь находимся с вами где-то рядом с этим самым глухарем, то давайте мы, наверное, пойдем туда. Вот, а вот эти вот всякий мусор, те вещи, которые будут не особо ценные, мы будем с вами выбрасывать. Да, там стрельба идет, там, как вы помните, у нас сталкеры сидели. И много было снорков в этой пещере. Я там часть отстрелял, выбрался, но слышно было, что снорки эти еще там где-то есть. Вот, нам куда-то вот сюда, насколько я подозреваю. Так, там он, пес побежал. Это хорошего мало. И, конечно же, он бежит сюда, ясный красный. Тут, как говорится, бабки не надо. Хорошо. Пса завалили. Вроде бы в округе. Но кто-то есть, вот где-то еще кто-то топчется. Ну да ладно. Нам куда-то вот сюда. Вот, будем все выбрасывать. Лишнее, самое ценное мы с вами оставим. Самое ценное, пожалуй, это, я считаю, вот артефакты какие-нибудь там, ну не знаю, какое-нибудь оружие, более-менее отремонтированное, дорогое. Вот, а всякие комбинезоны и так далее, это кровосос. Отдыхает тут, да? Кажется, я засек логово. Давай скорее сюда. Вот, и у нас вот аномалия новая. Соснодуб, так называемый. Туда было бы недурственно сгонять. Там я знаю, что должны быть еще артефактики. Но нам бы вот эти вот артефакты, которые у нас с вами есть, хотя бы дотащить. Вот, перегруз, как я уже сказал, у нас сейчас. Плюс еще неизвестно, что там внутри будет. Может там... Офигеть! Да сдохните, гады! Офигеть, я сейчас меня сожрут. Гадость такая. Так, ладно. Ты поддохнешь или нет уже, наконец-таки? Я на тебя все патроны сейчас истрачу. Вот же зараза. У меня там мало осталось. Нам еще воевать с вами с кровососами. А тут эти щенки. Ладно, что есть, то есть. Будем как-то воевать. ВНЗ-круг у нас. Новая территория на карте. Ладно, хорошо. Посмотрим, что тут у нас на этом ВНЗ-круг. Я так чувствую, что хабарок здесь должен быть неплохой. Да, вот смотрите, такое здание огромное. Так, это фонящее. Нифига себе фонит. Я видел, как кровосос зашел в здание. Думаю, там оно логово и есть. Слушай, проверим, а? Гляди внимательно. Они могут появиться откуда угодно. Проверим. Куда ж я денусь-то, собственно, сюда пришел. Там творится вообще. Звук слышал? Да слышал, да, я слышал. Ерунда. Ерунда горит, нифига себе. Мне бы твой оптимизм. Ерунда. Это же кровососы. Так, я буду держаться, наверное, где-то вот тут, возле стеночки. Ну его нафиг. Что-то есть. Где кто? Прикрой меня. Я в угол. Где кто? Чуть тебе показалось, наверное, да? Я не вижу никого.
давайте проверим. Ну, не знаю, нет тут никого. Ты чё, собственно? Ветер шумит в ветвях. Вон он, красавец. Вон он, красавец. Так, ждем, ладно. Вот он. Есть. Завалили одного, хорошо. Сохраняем. Горит ушки на макушке, ладно. Блин, как я не попал в него дробью? Здесь то ли кого-то жрал, то ли что он тут делал вообще. Пятьдесят патронов осталось. Маловато. И перевес у нас исчез, да? Истратили еще пачку патронов. Осторожно, еще один! Где кто? Где-то там. Ты гад! Вот гад же. Есть. Так, кровотечение давайте остановим. Ладно, хорошо. Гляди, вот тут, наверное, можно будет попасть в подвал. Ну, пошли, веди. Блин, скорострельность у этой саги мне нравится. Еще бы, конечно же, побольше она давала, да? Повреждений цены бы и не было. Так, все глубже и глубже, так, короче говоря, мы сами. Давай за мной. Там он, я вижу, кто-то есть. Ладно. Пойдем, не будем уже крохоборствовать. Не расшиб, нет? Ладно, пошли. Не расшиб, но дрожат, вот не поверишь, да, вот от встречи с двумя кровососами как-то немножко подрагивают у меня коленки. Показалось, что там что-то есть. Блин, чувствую я, заведет он меня сейчас хрен знает куда. Смотри-ка, странно, а? Следы когтей. О, это хабарок я могу как-то взять. Ты пока разбирайся с этими, с когтями. О, патрончики. На прошлых жмуриках такого не было. Водочка, бинты, это хорошо. Что тут у нас? 55 из 55, да? А вот это можешь взять. Ну так он себе. Ладно. Вот как можем мы... Вот это вот я как-то могу взять, нет? Чувствую, наверное... О, хорошо. Да пошли-то, погоди ты. Я тут вот хочу водочку взять. Ладно, не могу я взять. Хрен с ней, моя, давайте посмотрим. Да и с практикой насчет взлома у меня сложилось, ага. Хватает еще. Гранаты, аптечка, хорошо. Ну что, пойдем? Талант, как говорится, не пропьешь. Ну пошли, глянем. Сохраняем. Как говорится, талант не пропьешь, ну-ну. Че-то как-то тут стрёмно. Че там, говори. Черт, тут полно кровососов. Спят, что ли? Давай-ка на цирлах, чтобы без шума и пыли. Ладно, давай, веди. Тихонько. Офигеть, вы только взгляните. С ума сойти, сколько кровососов. Ни хрена себе. Блин, вот я сейчас кого-нибудь задену здесь. Блин, я бы, наверное, сюда ни за какие ковришки не сунулся.
в это логово кровососов. Если бы они проснулись, мы бы, наверное, никогда не выжили здесь. Прошли. Ну нифига себе, тихий час. Тихий час. Это точно. Так, это у нас что такое? Берем. Вон еще что-то такое. Так, ну я надеюсь, я могу уже встать. Бегать, конечно же, я не буду прям во весь опор. Что тут у нас? Может быть, что интересное есть? Ну-ка, ты там обожди пока. Да нет, тут нифига. Ладно. Прыгай! А вон я вижу, что-то есть. А как я туда смогу пройти? Вот, хорошо. Это Геркулес, как-никак, да? Так, вон я вижу выход, и он пошел туда, а я хочу вот сюда, в эту сторону сбегать. Я не знаю, может быть, я напрасно это делаю. Сейчас какая-нибудь кровососина тут. А, выдохся опять. Ладно, давайте. Давайте посмотрим. Это у нас конец. И тут у нас какие-то вот... Найден тайник, короче говоря. Хорошо? Хорошо. Так, но я вообще-то думал, что будет значительно труднее, хотя тоже вот пришлось повозиться немножко, да? Но, блин, если бы они проснулись, эти все кровососы, это был бы, конечно же, полный конец. Всему и всем. Ну что, здесь мы в безопасности. А, кстати, смотрите, мы вышли уже к вертолету. Круто, кто бы мог подумать. Так, Данилу по результатам не нашли. Есть у меня одна идейка насчет того, где он теперь. Я, пожалуй, проверю, там свяжемся. А ты сейчас расскажи народу об этих, блин, сосателях. С ними нужно что-то делать. Давай, ладно. Так, ну тут пока что нам делать с вами нечего. Здесь, конечно же, я знаю, что есть еще артефакты, могут быть. Где-то рядом. В общем, мы сейчас с вами возвращаемся на Скадовск, как раз поговорим там. Что там он говорил, с кем там поговорить нам нужно? Встретиться с глухарем позже. Разузнать кое-какие детали. Вот, сейчас мы, смотрите, поговорим с Бородой, расскажем ему о логове кровососов. И потом отдадим этот ящичек, поделим ящичек с корягой. Как раз уже и, собственно, смотрите, полдня мы с вами, да, пробегали. Хорошо. Так, там я вижу аномалия. Два квеста выполнили. Практически. Это что у нас тут такое? Кстати, по зоне бегать, наверное, без изготовки оружия, это как-то преступление против человечества. Тут у нас что? Не хочу я пока туда лезть. Тем более, даже если мы что-то там с вами и нашли бы, то, как говорится, перегруз. Одной бутылочки Геркулеса нам просто может не хватить. Да и хотелось бы, как говорится, так, это зомбачье. Да. Это зомбачье, но слишком как-то он уж далеко. Вот, хорошо. Бегать нам сейчас не с руки. Но вот этого зомбачка смотреть я бы хотел, так как мы с вами получаем с них электронные рублики. Как вы знаете, да? Так, пожрать бы, говорит наш главный герой. Хлеб городской, ну а что поделать? Пока только вот сухарями. Что у нас тут есть? Бинты, детектор, пистолет... Патроны, это у нас что, стандартный, да, это тоже оболочечные пули с остальным сердечником. Давайте мы возьмем 61. Тут вот автоматик еще валяется, но будет перевес, ладно, фиг с ним.
Вот, какое-то вот у нас тут нарисовалось строение. Давайте мы так буквально одним глазком взглянем. Что это тут такое? Выброс. Опять Семецкий погиб. В общем, нам нужно будет сюда сгонять в скорости. Осмотреть вот это вот. Сейчас я просто хочу добраться до Скадовска. Желательно никого не встретить. Не вляпаться в какую-нибудь аномалию. Вот, рассказать Бороде, закрыть два квеста сразу же. Закрыть или не закрыть? Нам-то с вами нужно найти этого Данилу. Блин. Да ну на вас нафиг, не хочу я с вами драться. Вот сейчас. Как-нибудь в сторонку я могу. Это, конечно же, не кабаны, а плоти. Все-таки с ними реально, реальнее, да, драться. Но. О, смотрите. Так, а как-то я тут проникнуть сюда могу уже. Что там, элитный медкомплект? Ну, давайте возьмем. Четвертый по счету GSM тайник мы с вами нашли. Отлично. Стоило сюда забежать. Вот как ни странно, да? Все тут осматривать. Я тут думаю, что едва ли что-то еще будет. Тайник на тайнике едва ли будет лежать. Так, нам вон туда нужно обойти вот этих вот... Сколько их там? Две? Ну, две, в принципе, можно пострелять, чтобы ранг заработать. Ладно, постреляем. Если они на нас активируются. Кого-то там они жрали. Зомбачка. Ладно, сходим, так как, опять же, электронные рубли. Нам с вами нужны. Есть, хорошо. Вольный сталкер. Завалили сталкера. Блин, ну тут брать, вот как говорится, нечего, да? У нас будет перегруз. Вот с этим перегрузом. Охота же сэкономить этот Геркулес вдруг. Где-нибудь мы с вами на какой-нибудь такой нападем, да? Тайник крутой, где будет что-то супер крутое, а у нас ничего не будет. Неохота будет бросать. Вот поэтому я пока что этот Геркулес не использую, чтобы притащить этот рваный комбинезон Заря. Так, я думаю, что мы с вами вот эти вот квесты закроем и, пожалуй, будем продвигаться дальше уже по основному квесту. Там нам нужно будет с вами попасть на Юпитер, как вы знаете. Будем попадать. Неохота, правда, лоцману платить 3000 рублей. Но я знаю, мне посоветовали там к бандитам обратиться. Они вроде бы как могут чем-то поспособствовать. А, кстати, к Бороде мы хотели с вами... Ну, здорово. Под ВНЦ обнаружилось целое логово кровососов. Так, логово необходимо уничтожить. Дай подумаю. Черт знает, сколько там в тоннелях кровососов. Надежнее травануть газом. Помню, Сыч что-то рассказывал про газовые баллоны. Сходи ты к нему, у меня с ним не очень ладится. Сможешь достать газ, подключи баллон к системе вентиляции ВНЗ, и все будет сделано за считанные минуты. Ну, так и сделаю. Так, обновили у нас с вами, да? Заданица. Так, сейчас сгоняем к Сычу. Торганем. Да что ты топчешься? Если есть что, выкладывай. Нет, проваливай. Разряжаем это.
То же самое. Вот это вот тоже разряжаем. Это у нас стопа с норка. Вот, пистолеты мы решили с вами, что просто... Вот, хороший пистолетик. Нифига себе, СИГ 220, 60 урон. Крутой пистолет, я вам скажу, мне нравится. Пожалуй, и это стоит брать с собой. Продавать пока что я его, наверное, не буду, этот СИГ. Сравните, да, по ММ не СИГ. Ладно, вот у нас два артефакта, каменный цветок и колобок, который мы с вами нашли. Вот целую кучу анабиотик. Так, что делает-то? Может помочь пережить выброс вне укрытия. Круто, это нужно будет с собой таскать. И теперь мы, нам вот эти вот выбросы будут не страшны, да, если что. Вот, элитный медкомплект. Это что такое? Подобран для борьбы с ранениями, вывода радионуклидов из организма, препятствуя развитию лучевой болезни. Восстановление здоровья плюс 200. Нифига себе, нормально. Вот, у нас медаль еще какая-то есть. Первенство следопыта, награда за достижение ранга. Выдается, если текущий ранг более 100. Хорошо. Так, ладно, торгуем. 2000 нам дали вот за ранг, да? Еще немножко сейчас... Действительно, вот немножко поприторговаем. Кольт продаем. Это у нас ПММ продаем. Этот СИГ мы уже с вами условились, что оставим. Но и все, собственно. Все остальное вроде бы как нам с вами нужно. Вот, продать 400. Ну, немного, но все же. Давай, давай, не задерживайся. Кардану. Сейчас сбегаем. Насчет ящичка спросим. Ты можешь взломать стальной контейнер? Это мы легко. За 500 все будет в лучшем виде. Держи. Да, конечно же, можно было поделиться. Я знаю. С корягой, но мы с вами вот как-то так получили. Именной форт. MP3 плеер. Новый трек загрузили. Стимуляторы. Противорадиационный препарат, бинт, MP3, еще один, именной АКС. О, это интересно, посмотрим. Пожалуй, сейчас у меня будет перегруз. Выверт какой-то, да, то есть артефакт мы с вами получили, стальной шлем получили. Задание обновлено, принести коряги контейнер, отменено, недоступны принести коряги контейнер. То есть обновлено, отменено, то есть мы по идее провалили с вами, да, задание. И смотрите, нет у меня перегруза. Так, именной, вот это что ли? Именной АКС-74У. Емкость магазина 40. А так он как-то слабенький. 29. Фигня какая-то, короче говоря. Вот, так, ладно, ложим сюда. Частично. Частично мы с вами также положим там, чтобы сталкеры, возможно, что-то покупали. Вот этот, наверное, выложим именной. Да я не вижу смысла в этом, да, повреждения у него вообще никакие какие-то. Может, если его прокачать, может быть, есть смысл в этом. Так, коряга. Кардан, вернее, коряга. Думаю об одном. Так, я принес тебе бесхозного барахлишка. Спасибо, я рад. 14 у нас с вами. Дело в том, что мне опять же в комментариях, хоть я и говорил, что комментарии не читаю, да, но иногда почитываю все-таки. В комментариях мне сказали, чтобы я не делился с корягой этим барахлом. Так, ну ладно, продадим мы его, выложим. Чтобы я сам вскрыл и все получил сам. Вот, и смотрите, вот это вот у нас стальной шлем. Химзащита, пси-защита, смотрите, офигенная броня, химзащита, радиозащита. Блин, напрасно я... Или на что я тратился? А, вот я на вот это вот тратился, химзащита. То есть вот это вот мы тоже тогда сами скинем, нафига он нам нужен. Вот, а это себе напялим. Вот, он еще и прокачан. Хорошо. Так, это я говорил, оставлю. Это именной форт. Тоже мы с вами выложим. Нам он не нужен. Ну и, собственно, все. Выверт. Максимальный вес плюс 2. Радиация минус 3. О, вот это мне нравится.
Это, пожалуй, я напялю на себя. И здесь я еще какой-то видел хороший. Тот, который давал радиацию. Ну вот, скажем, пси-защита, да, мы можем с вами на себя нацепить. Или там у нас есть... Вот здесь что-то есть. Максимальный вес плюс 5, но это мало. Термозащита и вес плюс 1. Или термозащита, вот это вот, огненный шар. Вот если мы не сможем напялить, нет. А чего? Сможем, смотрите. Отлично, термозащита у нас вообще теперь. Мы можем пойти с вами, помните, в ту аномалию, там где сталкера видел, который, видели, который чуть не погиб было. Вот, совсем другое дело. Ну что же, я на этом буду с вами прощаться. Немножко вот этого хабара я сброшу за кадром. Патроны посмотрю, да здесь какие вот детекторы, распродам, все распродам, все лишнее выложу. Артефакты там и так далее, все лишнее повыкладываю себе в рюкзачок, я не буду занимать это время видео. И мы с вами встретимся в следующей части, посмотрим, куда мы там с вами пойдем. Вот, я вижу, что нарисовался у нас тут вот глухарь, похоже, да? С глухарем позже. Вот, найти... А, найти... Нам нужно с вами будет пойти к Сычу, перетереть с ним насчет этих баллонов с газом. Но это будет уже все в следующей части. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.